Когда в студии встречаются тёзки... Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Евгений. Разговор будет проходить без купюр. Пожёстче. Давайте-ка пожёстче. Приходилось прибегать, может быть, к помощи силовиков. Вот этот наглец взял меня за горло с 12 часов дня и не отпускает до сих пор. И раскроет все секреты. Последний телевизионный проект, насколько я понимаю, это «Маска». Пел, не попадая ни в одну ноту. Гулял по Уралу Чапаев герой, он соколом рвался с врагами на бой. Золотая рыбка. Евгений Дятлов. Мы ждем вас, приходите. Премьера смотрите в пятницу в 0:30. «Москва. Доверие». Теперь на 22-м канале во всех телевизорах Москвы. С любимыми не расставайтесь.